Здравствуйте, уважаемые зрители! По девизу Володарской операции, которая началась для 1-го Белорусского фронта Жукова 14 января 1945 года, советские части устремились на запад, и 23 января 1-я гвардейская танковая армия Катукова достигает Познани. Проведя две атаки на город, которые оказались неудачными, танкисты выставляют заслоны и устремляются к Одеру. Брать Познань должна была 69-я армия Колпачи, но, проявив инициативу, первой к Познани вышла 8-я гвардейская армия Чуйкова, которая накануне в ходе штурма овладела крупным городом Лодзь. И опыт, как говорится, был, и его надо было применить. Но мне кажется, позже Василий Иванович пожалел об этом решении. 26 января 1945 года части 29-го гвардейского стрелкового корпуса атаковали город по внешнему обводу, основой обороны которого было 18 фортов. Враг атаку отбил, и тогда направление сменили, ударив на юге. Так, части 236-го гвардейского стрелкового полка открыли ураганный огонь по одному из фортов и смогли продвинуться к нему. А далее, используя штурмовые лестницы, смогли на него забраться и залить вентиляцию 150 кг топлива. А дальше все это дело подожгли бутылочкой КС. Форт пал, а наши войска ворвались в Познань, начав продвижение по ее улицам. Можно заметить, зачем было штурмовать город, окружили и хватит, но штурмовать было нужно. Через Познань шла важная железная дорога, которая была необходима в снабжении наших войск под Берлином на Кюстринском плацдарме. Собственно говоря, в 1941 году немцы также кровь из носу брали Полоцк. А тем временем советские войска продвигались по улицам города вперед, используя подрыв зданий, поджог из фугасных огнеметов, обход узлов обороны с последующим ударом в тыл врагу. Как итог, в начале февраля 1945 года западный сектор был окружен, а прорывающийся противник был по большей части принят в плен. 5 февраля 1945 года советские войска берут аэродром, что сказывается на воздушном мосте. Но потеря для противника была не критической, запасов в Познани было полно. В это время в город прибывает тяжелая артиллерия с калибрами 203 мм, которая уже 10 февраля крошит укрепление противника, но не везде все было гладко. Так, форт Бонин удалось взять только с третьей попытки. Под прикрытием тяжелых орудий советские штурмовые группы численностью 70 человек подобрались к Офрам и подорвали их бочкой с 200 килограммами взрывчатки, после чего прорвались к основным укреплениям и, залив топливо-вентиляцию, подожгли все это дело. Следом был взят форт номер 5. А вот форт номер 4 штурмовало всего 22 человека. Ворвавшись в укрепление, красноармейцы предложили сдаться гарнизону из 500 человек. И те, хорошо подумав, вышли с поднятыми руками. А вот форту номер 4А предлагали сдаться уже пленные немцы, и снова без боя сдаются 500 человек. При этом враг не был пассивным, порой контратаковал очень сильно и даже теснил наши части. Но несмотря на это, бои постепенно переходили в центральную часть, и вот во второй половине февраля Познань была уже практически взята. Ну вот, возле фортов в центре проходила железная дорога, поэтому предстояло взять форт Винияра, по которому работали орудия 280 мм, кроша стены. Продвижение шло очень тяжело. Большие проблемы доставляли рвы, через которые строили переправы, а их противник периодически уничтожал. Шли бои также и за казематы. Активно помогали местные жители. Так, 400 добровольцев участвовали в засыпке рвов всяким хламом. И тут в нужный момент на помощь приходит польский водопроводчик, который указывает на место прохода, по которому можно было провести танки. Для этого делают подрыв в стене, и огнеметные танки и артиллерия заезжают прямо в крепость. А дальше, 23 февраля 1944 года, оказавшись в тяжелом положении, противник капитулирует. Но особо одиозные сколачивают внушительную группу и стараются ночью пробиться из окружения. Но натыкаются на химроту 82-й гвардейской стрелковой дивизии. Видя, что будет жарко, химики привлекают 22 поляка-добровольца, которые были готовы воевать. Итогом боя было уничтожение группы, а потери были таковыми – 4 безвозвратных у нас против 130 у врага. 25 февраля уничтожается еще одна такая группа. Всего же было взято в плен в Познани 17 тысяч фашистов при изначальной численности гарнизонов 25.
Наши безвозвратные потери составили 4500, и они были не напрасными. Этот опыт уличных боев был бесценен во время штурма Берлина и сберег множество жизней. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.